Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Серебрится дорога, небо вольная даль. Проводи до порога, поцелуй, если не жаль. Поцелуй, если не жаль.